В начале этой недели мы рассказывали о порядке и сроках уплаты имущественных налогов, а также о возможных проблемных моментах. Тогда на наши вопросы обстоятельно ответил заместитель руководителя Анапской инспекции Федеральной налоговой службы России. После этого интервью в нашу редакцию поступило много звонков с просьбой пояснить и другие нюансы этого налогового периода. Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы мы вновь попросили дать Андрея Автеньева. Здравствуйте, Андрей Пименович. Здравствуйте. Нас спрашивают, почему в этом году в отношении объектов недвижимости увеличилась сумма налога на имущество физлиц? Да, действительно, это имеет место быть. Есть отдельные моменты по увеличению. Но тут связано с несколькими факторами. Первое, это в отношении части объектов изменилась кадастровая стоимость. Соответственно, ввиду того, что кадастровая стоимость является базой для налога на имущество физических лиц, соответственно, увеличил сумму налога. Во-вторых, в силу статьи 408 Налогового кодекса на переходный период у нас введены, скажем так, понижающие коэффициенты. В 2017 году это был коэффициент 0,2. В 2018 году коэффициент 0,4. То есть вы видите разницу, да? То есть уже другая цифра. Хочу обратить внимание, что данные коэффициенты применяются не ко всем объектам недвижимости, а там, где ранее исчисленная инвестиционная стоимость была выше, чем исчисленная в данный момент кадастровая стоимость. Ну, наверное, еще хочу обратить внимание, что у нас есть, скажем, объекты, включенные в перечень. Департамент имущественных отношений края ведет, так называемый, перечень объектов недвижимости коммерческого направления. Поэтому, если у плательщика объект недвижимости включен в данный перечень, его налогообложение начисляется, скажем так, в следующем порядке. За 2017 год там была ставка 0,75, 2018 год ставка 1,3. То есть опять же мы видим увеличение ставки налога, соответственно, идет увеличение суммы налога к уплате. Ну, наверное, вот такие два основных момента по данному вопросу. Андрей Пименович, к нам обратились жители Анапы, переехавшие в наш город из других регионов, с таким вопросом. Почему у них изменились суммы налогов, а у некоторых отменились и налоговые льготы? Ну, тут есть немножко вот со стороны плательщиков такой вот вопрос, может, небольшое непонимание. Ну, мы поясняем. Дело в том, что у нас имущественные налоги регулируются органами местного власти, местного самоуправления и органами субъектов Российской Федерации. Поэтому каждый орган муниципального самоуправления, субъекта Федерации в рамках позволенных налоговым кодексом осуществляет льготирование, применение определенных ставок и так далее. Поэтому, когда налогоплательщик переезжает из другого региона, соответственно, у него, ввиду того, что у нас будет состоять на учете, к нему применяется именно положение местного органа власти. Если это муниципальный город Анапа, если это краевой, соответственно, Краснодарского края. Ввиду этого есть изменения, как льготы, как налога к уплате, ну и так далее. Все эти моменты связаны с налогообложением. Вкратце, наверное, так. Спасибо за это интервью, Андрей Пименович. Спасибо вам.